Он пожелал Ткачеву успехов у руля Минсельхоза и обратил внимание, что опыт управления в Краснодарском крае поможет Ткачеву в новой должности министра сельского хозяйства страны. Мы с вами эту идею неоднократно обсуждали в течение целого ряда лет. И относительно недавно, несколько недель назад, но вот теперь все состоялось, указ президент подписал. Желаю вам успехов в должности министра сельского хозяйства. Это сложный и очень ответственный участок, потому что и Кубань огромная, и действительно наша житница, и все хорошо было в качестве губернатора у вас все эти годы. Но теперь вы отвечаете за всю страну, за урожай не только на Кубани, но и в других местах. Это другой уровень ответственности, и в то же время это очень важная и полезная для нашей страны работа. Сельское хозяйство – одна из приоритетных отраслей в стране. И даже в условиях кризиса бюджет на поддержку агропромышленного комплекса будут увеличивать, сообщил Дмитрий Медведев. Только в этом году на развитие сельского хозяйства направляют 50 миллиардов рублей.